немножко о простуде. Вчера был в банке, и служащая мне рассказала, что кондиционер испортился, и рабочий день она была без него. На следующий день починили, включила, и говорит, простыла так, что потом была температура, ломила, голова болела, поясницу ломила, там, суставы крутила, потом пошли сопли, в конце концов все это осело в виде такой мокроты тулой и не отходит. Вот как раз у меня то же самое было. Сейчас дожди идут, влажно, душно. Вот, и хочется спать в таком прохладном. Поэтому я включаю вентилятор. Кондиционер поработал, охладил вроде бы. Я его выключаю. И на всю ночь включаю вентилятор. Так, он такой, знаете, бриз был, чувствовала, что ветерок тебя обдувает. Ну и вот я точно так же простыл со всеми утекающими последствиями. Просто немножко хочу рассказать, что же происходит. Простуды бывают разные. Одно дело, пошел человек, ноги промочил. Это можно так сказать, один вид простуды. А вот другой, ну как бы сказать, похуже что ли, это когда и он и частенько бывает. Это когда вы, так сказать, разжарились, поры тела открылись, и вы побыли на сквознячке. Что происходит в этом случае? В открытые поры тела входит болезнетворная энергия прохлады. Ну, не холода, а прохлады. Но этого достаточно, чтобы соотношение жизненных принципов у нас поменялось тоже. То есть слизь получила, ну, дополнительный импульс. Организм ослизнился. Вот. Естественно, там остается. Организм пытается восстановить свои эти параметры путем подъема температуры. У человека поднимается температура. Вот. На вот этой вот слизи, как на субстрате, сразу же активируются вирусы, бактерии, где там они в организме живут. Это интересно проверить тоже. То есть у человека там были где-то воспаление горла, там голова болела, в суставах инфекция. Все как-то это прошло. Ну, как только вот такие вот простуды подпитываются вот этим вот будет холодом, который, будем говорить, добавляет слизи. И сразу же эта слизь, тут как тут, сразу же, опа, дает воспаление и пошло. Поднимается и температура, и крутит вот это вот еще вот этот. Такое интересное кручение. То есть идет энергетическая составляющая болезни. И все это вместе, значит, так сказать, начинается так, как будем говорить, как в омуте. Закрутило, закрутило в организме все эти процессы.
И потом все вроде бы успокаивается. Организм берет вверх, то есть путем подъема температуры, там, вот, как бы успокоение, есть не хочется, там слабость. Слабость — это следствие того, что вы отдали энергию жизненную на то, чтобы она нормализовала там все эти процессы. Но тем не менее, следы-то остаются, вот что интересно. И при каждом разе все будет сильнее и сильнее. Так вот, процесс исцеления, он идет примерно как противоположная вещь внедрения. То есть, чтобы избавиться от простуды, что советуют? Советуют пропотеть, чтобы опять-таки открылись поры кожи, и через них путем потения вот эта вот субстанция вредоносная была выброшена из организма. А? Как вам? Понимаете? Суть. Вот такие вот мысли о простуде.